Поделитесь эмоциями, как прошла игра. Да, спасибо большое. Ну, матч один из самых тяжелых в моей жизни, точно. 3:40 я еще шел с квала, 7-й мой матч. Вот. Думал, что выиграю в 2 сетах, вел с брейком. Уже, ну, сил, наверное, хватало реально только на 2 сета. Поэтому вариантов было немного. Но когда проиграл 2-й сет, в самом начале было очень тяжело себя перебороть, заставить бороться, продолжать играть. Но очень рад, что смог себя преодолеть и выиграть матч. Когда проснулись утром, решительно были настроены забрать победу? Ну, конечно, всегда решительно. Поделитесь с нами, пожалуйста, советом, что приводит спортсмена к победе? Ну, уверенность в себе, наверное, одно. Если сказать, уверенность в себе, скажу, пожалуй.